Вчера таблоиды весь день писали о том, как отрывались гости на дне рождения блогера Елены Блиновой. Шутки ли? На мероприятие было потрачено 119 миллионов рублей. Гостей развлекали звезды шоу-бизнеса, среди которых были Лобода, Киркоров, Джахалиб и другие. Вели этот вечер Ксения Собчак с Иваном Ургантом, а на красивую локацию в Алтае гостей доставляли на частных вертолетах. Елена постаралась для друзей, устроив настоящее театральное шоу. Не обошло стороной это мероприятие недавно ставшую свободной от уз брака Ксению Бородину. Ксюша решила жечь по полной и начала вечеринку с появления на танцполе в красивом красном платье, с которым, кстати, тоже произошел небольшой казус. Чуть позже Бородина переоделась в розовые штаны и черную футболку, продолжив танцы, но уже на полу, и даже сделала что-то вроде мостика. Ксюша курила, пела и веселилась от души в компании Анны Цукановой Кот. Какое-то время Бородину даже не хотелось вставать. Но уже через пару-тройку треков она вернулась в положение перпендикулярное полу и продолжила куролесить. Видимо, Бородина на дне рождения решила оторваться по полной и ни в чем себе не отказывать.